Доброго здоровья всем любителям футбола, желает Мегуго и с огромным удовольствием приглашает в Португалию. На сей раз мы на стадионе Сан-Луиш для того, чтобы открыть 14-й тур высшей местной лиги под названием «Примейра». Ваш комментатор Дмитрий Герчиков приглашает всех зрителей, не безразличных, к португальскому футболу на битву команд, которые получили повышение по итогам минувшего сезона и теперь схлестываются в элитном дивизионе. Форенсе против Эштреллы. Такова вывеска сегодняшнего. Связывает линии Клаудио Фалькан, больше помогает в разрушении. Первый удар в сторону ворот мы фиксируем. Мохамед Белуми его наносит. Но вот как раз-таки алжирец и капитан команды Марко Матиас готовы стягиваться повыше. Да, вот в группу атаки рядом с Бруно Дуарте занимать позиции. Тогда и пара, то и тройка наступления может образовываться у Форенсе. Но чуть глубже под ней для того, чтобы не подставлять своих центр деф. Вертикальная передача, блокирован удар со стороны хозяев. Белуми на наших экранах. Человечем, который управляет темпом. Форенсе, человечище, который умудряется быть оттянутым плеймейкером. У нас опасный момент. Никого нет, никто не открылся. Мне кажется, он более разноплановый футболист. Вот сейчас сумели игроки трехцветных здорово освободить пространство для Жоао Рейса. Как раз Лео Жаба ушел. Ушел в центр. Окончательно там обосновался. Видите, из глубины подключался. Ну, а прямо в авангарде располагались яростные дуэли с соперником. Сойтись, выиграть для себя пространство, выиграть вот так вот место для удара и потом попытаться воротам угрожать. Да, сейчас примерно так и произошло. Другое дело, вот посмотрите, как освобождается нападающий. Вот Лео Жаба делает диагональную передачу. И совершенно непонятно, как там собирался Толок помогать Заку Мускату, потому что мальтиец по первому мячу сыграть не смог, а Толок пока стандарты не приносят реальных угроз у створа. Попытка подрезать мяч на дальнюю стойку. Нет, 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 конечно. Там Рикардо Велью будет первым на мяче и не даст усомниться в принципе в своих скиллах. Чтобы вы понимали, друзья, Рикардо Велью почти 190 сантиметров ростом. Где уж тут ему пускануть под перекладину. Тогда, видите, достаточно руку вытянуть, игрок, находившийся в метре от эпизода, разумеется, дает свисток. По мнению операторов и режиссера. Но сегодня пастор больше полагается на Мохамеда Белуми. Сам не форсирует события. Белуми неплохо. На дальнюю стойку отдает. Матеус Оливейра не поверил в партнера. За что, кстати, ему прилетает сразу от алжирца. Посмотрите, вот забегание. Мы обратили с вами внимание. Вот кто там? Фалькан, по-моему, замещал бровку. Ну, а Мота. Без нарушения правил. Совершен отбор. Кикаш приближается к чужим владениям под правую ногу. Кикаш заряжает мимо цели. Мяч идет, но было опасно. Давайте с вами отметим первый острый эпизод после перерыва. В силовой борьбе проигрывает Зак Мускат Кикашу и в итоге позволяет португальцу выйти на оперативные просторы, на ударную позицию. Весь первый тайм я отмечал, что Кикаш, Рональд и Лео Жаба – это люди сайда, если держат футболисты красно-бело-зеленого. Главное – не сломать. Не очень понятный у нас перевод в штрафную. То ли свалился мяч с ноги, то ли, в принципе, это была задумка сделать перевод на ногу кому-то из партнеров. В итоге Зак Мускат попробовал пробить. Не хватило мальтицу точности, да и как? Откуда это? Который не успел к мячу, сейчас вынужден пятиться. На его спине пробегает вперед Роналд. Но пробить поворотом толком не смог. Более того, даже углового не заработал. Нарушения правил не было. Здесь Роналд просто выпрашивает угловой. Чуть-чуть мяч ушел в сторону, под левую, под нерабочую ногу бразильца. Поэтому пришлось сделать паузу, пришлось перекладывать центр тяжести, и это привело к падению 90 номера. Это тоже хлеб. Шестой угловой, четвертый угловой для Форенсе. Шесть у соперников. Ближний угол закручивал мяч Матеус Оливейра. Ух ты! Вот это да!
Сейчас непонятно, почему оставили Мохаммеда Белуми совершенно одного, как-то не обратили внимания на инициативу алжирца, вот вынесли мяч, футболисты трехцветных успокоились, Рональд зачем-то пошел в дриблинг внутри собственной штрафной, едва Белуми за это не наказал. А тут даже не вынесли игроки трехцветных мяч с створа, а стойка помогла. Очень небанальное решение Матеуса Оливейры. Очень неплохо все. Край левый освобождается. Туда врывается Толока. Делает перевод на дальнюю стойку. Ух, вот это сейв. Вот это сейв Вагнера. И вот это действительно первый опасный момент сегодняшней встречи. Великолепно поменяли сторону футболисты Форенсе. Матеус Оливейра на Толоку. И мяч ушел за пределы поля. Или же от шинги. Еще раз мы с вами смотрим, как Брундуарте пробивал по воротам Вагнера и как бразильский кипер великолепно отреагировал на этот удар. Гонсало Силва. Нет, такую передачу, конечно, соперники не пропустят. Дальний удар в исполнении Бруно Дуарте. Метров 30 было до ворот. Уж перекладин мяч пошел, но Вагнер нервничает. Видите, недоволен тем, что на ударную позицию выпустили форварда. Недоволен тем, что, в принципе, как инсайды включаются в действие футболисты в красно-зеленой форме. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Режис Ндо буквально через минуту после появления на поле мог открыть счет. Не адаптировался Форенсе к такому перестроению оппонентов. Посмотрите, глубоко сели центральные защитники. Сразу два человека в зоне атаки оказались. Те самые Андре Луиш и Режис Ндо. Прямым ударом. Сейчас штрафной будет разыгран. Пас на отметку 11 метров. И какой удар в упор. Как тащит мяч Рикарду Велью. Все поверили в то, что эпизод уже заигран после того, как скорость полета мяча была погашена и казалось, все уже аут. Вопрос исчерпан, а нет. Вот эта ситуация, из которой блестяще Велью вышел победителем в битве с Эрветоном Сантушем. Здесь, конечно, Рикарду Велью просто молодцом. Перекладина спасает Форенс. Таких моментов. Реально голевых. Жозе Мота пытается отрезвить защитников. Ну а мы давайте посмотрим, как же сейчас Ривальдо Альмейда пробивал по воротам. Хотя даже нет, это не он, это сумел. Просит паузу сейчас рефери. А почему просит паузу? Справа есть включение от партнера товарищ. Было опасно, но очень свой футбол. Понаблюдать матч, где хватит остроты на Хбальде по правому флангу. Один маневр, второй обострил, ушел в лицевую, сделал перевод. Вот он шанс для Толоки. Тот попадает в ноги сопернику самоотверженно. Андре Луиш бросается под мяч. Не позволяет оппоненту открыть счет в этом противостоянии. Ну или просто напрячь Вагнера. В отыгранном положении и игра была остановлена. А теперь она прекращается вовсе, поскольку Клаудио Перейра отправляет команды в раздевалку. Не открыт счет в противостоянии Форенсе Эштрелла. Стороны расходятся миром и делят очки в первом матче 14-го тура высшей португальской лиги по футболу. Что ж, друзья, мне остается сказать вам огромное спасибо, что были все это время вместе с Мегуго. Я искренне надеюсь, что...